Здравствуйте, дорогие мои подписчики, а также гости моего канала «Сама себе огород». Друзья, очередной сорт томата в моей теплице – это малиновый гигант. Этот сорт относится к крупноплодным томатам. Вот такие плоды. Я думаю, что здесь до 500-600 грамм томаты будут. Я обязательно их взвешу и сделаю еще одну публикацию, то есть смогу статью. Рассказать, сколько они будут весить, показать, какие они в разрезе, это я обязательно сделаю. А сейчас я хочу показать, вот какие они очень урожайные. Вот шикарные плоды. И очень много. Кстати, такой перепад температуры у нас, очень много даже обсыпалось еще цветочков. Вот, даже могу показать, вот сколько их было еще здесь. Но, возможно, я немножко задержалась с обработкой бурной кислотой. Но вроде бы обрабатывала 2-3 раза, но температура воздуха нас удивляет. То очень жарко, то холодно. И на помидоры тоже повлияло на наши томаты. Но, тем не менее, у нас все хорошо. Урожая хватает. Вот даже птички залетают и клюют. Очень им понравится этот томат. Так что, друзья, возьмите себе на заметку, кто любит крупноплодные томаты, мясистые, сахаристые и урожайные, это малиновый гигант. Он обязательно вас будет плодить и радовать своими такими крупными плодами. Вот, красавцы. Соки очень вкусные с них, паста томатная прекрасная. И на салатике замечательные. Вот и все, друзья, о чем я хотела сегодня вам рассказать и показать. Кому понравилась публикация, ставьте пальчик вверх. Мне будет очень приятно, и для меня это важно. Кто еще не подписывался, подпишитесь. Будет еще очень много интересного. И много еще впереди будет сорта разные. И крупные, и сливки, и низкорослые, и высокорослые, разные. Заходите на мой канал, друзья. Спасибо всем за внимание. И до новых встреч. Всем пока!